Дорогие братья, ассаляму алейкум. Писать слишком долго, тем более за рулем еду, поэтому такое звуковое сообщение пошлю. Вот сейчас начался сезон, когда многие простывают, немножечко на ветру постоял, нехорошо оделся там, вышел и так далее. Может, открытый спал, и множество причин, может, на холодном стоял и так далее. Когда вы чувствуете, что у вас такое началось состояние, такое началось, когда в горле першит немножко, когда чуть-чуть ноги замерзли, что бы там ни случилось, в общем, вы начинаете чувствовать себя, как будто вы заболеваете. Вот в этот момент пойдите на кухню, возьмите половину чайной ложки обычной пищевой соды и залейте половину стакана кипятка, чтобы зашипело прямо так. Размешайте все, чтобы зашипело прямо так нормально. Вот этот процесс называется гашение. Сода становится очень активной. Потом долейте половину стакана холодной воды. И вот этот стакан немедленно нужно выпить. Для чего это делается? Для того, чтобы у нас в организме создалась щелочная среда, в которой не развивается заболевание. Таким образом, вы предотвратите болезнь в корне, и уже через час, через полтора вот эти симптомы, они уже у вас уйдут. Очень многим это помогает. Сам испытывал не один раз, постоянно своим пациентам советую, и вам тоже. Так что не болейте, будьте здоровы. Баракаллах.